моей спиной расстрелянный неизвестными киллерами автомобиль марки Mitsubishi. Это покушение на московского молодого писателя. К счастью, в этой истории криминального нет ничего. Это одна из сцен нового четырехсерийного фильма. Главного героя, писателя Ярослава, в сериале под рабочим названием «Украденная свадьба» играет Сергей Горобченко. Его прекрасные роли Пети Рамы в «Бумере» или Михаила Арестова в сериале «Чужой» в представлении не нуждаются. На этот раз высокий блондин вновь среди чувств и криминала. Писатель влюбляется в женщину с загадочным прошлым. Но по стечению обстоятельств она пропадает. Поиски начинаются в маленьком городе Штеровске, он же Ярославль. На героя постоянно совершаются покушения. Но Ярослав остается жив. Интересная очень история любви. Только что вы видели, как друг моего героя попадает в сложную ситуацию, когда его ранят. Вот. Все это вот так вот переплетено. Много движений, много драк. Самое главное, в фильме есть любовь. Очень крепкая, хорошая линия любви, которую мы будем стараться сделать очень достоверной, правильной. На один день площадкой для фильма стала гостиница «Котрасль», по сценарию превратившаяся в отель «Князь Игорь». Быстрая смена эпизодов, минимальное количество дублей и слаженная работа коллектива. По рассказу членов съемочной группы, скорость работы в проекте идет на рекорд. За 16 съемочных дней должны получиться 4 серии мелодраматического детектива. В картине снимается даже главный режиссер Игорь Штернберг. У вас красивый город, у вас пока еще немного снято кино. Я думаю, что скоро это кончится, у вас будет много снято кино. Вот. Поэтому он так не особо замыленный для зрителей и просто очень красивый. Потому что в Москве уже невозможно снимать. Для кинопроекта «Украденная свадьба» в Ярославле уже подобраны разные площадки. Это заброшенные заводы, жилые дома, подъезды, парки и дороги. Впереди у актеров еще 11 съемочных дней. А некоторые ярославцы могут стать не только зеваками, но и участниками массовки. Светлана Доброхотова, Владимир Чернов. День в событиях.